Привет, с вами Информ ТВ. Сегодняшним утром близкие известного КВНщика Булата Будацаренова сообщили о его скоропостижной смерти. Пока что нет точной информации, по какой причине не стало артиста, но ему было всего 29 лет. Напомним, он учился в БГУ, играл в команде КВН «Пушкина 8», чемпион Бурятии 2012 года, вице-чемпион Лиги КВН «Азия» в Красноярске, бронзовый призер Первой лиги и чемпион Премьер-лиги, а также участник игр Высшей лиги в Москве. Прощание с Булатом состоялось сегодня, 25 января. Известно, что у КВНщика остались сестра и мама, которые, по словам друзей покойного, очень нуждаются в моральной и даже материальной поддержке. Цитата. «Он был с нами и в самые радостные моменты, и чаще всего в самые трудные. Его творчество, дела и мысли будут с нами. Мы ценим все, что ты для нас сделал. Спи спокойно», — говорят участники его клуба. «Мы приносим соболезнования родным и близким артиста», —